давайте быстро отсюда нахуй, блядь. Праздник такой, бля, вы чё? А что случилось? А что случилось? Аккуратно. Ты чё? Что ты делаешь? Это за съёмки, блядь. Ребят! Развалились отсюда. А, бля, вы что, не понимаете, что вы чудите, блядь? Нахуй! Да, блядь, сегодня праздник, святой. Ну что вам нет? Что ты, ну, свалите отсюда. По-хорошему. Чтобы вы не брали грех на руку. Это же родители, пожилые люди. Ну вы что, блядь, какие у вас совесть люди? Вообще есть? Или... Какие пожилые люди? На него все фирмы эти оформили. Давай, какие? Дима, успокойся, я тебе сказал. Болезнь. Успокойся! Болезнь. Болезнь. Ты что? Ты что? Вот это бандитская группировка. Пришли втроем и пытались разбить видеокамеру. Они это кто? Это Брычок Дмитрий. Известно его место проживания. А те люди, может, скажут, кто это. А как изначально было? Ну, там стояли, ожидали комментарии. Здесь проживает, есть такой рак Валентин. Вот. Он осужден на 5 лет. Занимается нелегальной добычей песка. И мы хотели получить комментарий у него или у отца, на который оформлены те фирмы, через которые он пропускает эти грязные деньги. Вот. Набежало 3 человека, начали угрожать, хоть пытались разбить видеокамеру.